Добрый день, друзья, и сегодня я хочу вам рассказать, как создать простой вирус BAT, а точнее скрипт, который будет создавать много папок. Для этого вам понадобится всего-навсего блокнот. Итак, открываете блокнот, и далее нужно вписать следующие команды. chpc1251, далее set, папка равняется 0, далее двоеточие 1, далее также set/a, папка равняется папка плюс 1, ниже md, пускай это будет привет, нижнее подчеркивание, процент, папка процент, ниже также if not, процент, папка процент, два раза равняется, и пускай это будет 50 папок. Здесь вписываем 50. Далее goto и 1. И самое последнее, что нужно написать, это del virus.bat. Также рекомендую вам бесплатную игру Viking War of Clans. Погрузись в мир захватывающих приключений и великих завоеваний. Построй неприступную крепость в вечной мерзлоте. А также создай многочисленное войско, чтобы дать отпор вашему злейшему врагу. Переходи по ссылке в описании и регистрируйся. Сохраняем наш файл. Здесь выбираем все файлы. И давайте назовем его Venom. .bat. Итак, сохранили ваш файл, и давайте попробуем, работает ли он. И как вы видите, на моем рабочем столе появилось множество папок. Соответственно, я сейчас их всех удалю. И также давайте попробуем как-нибудь его замаскировать. Для этого создаем ярлык, убираем надпись ярлык и давайте поменяем также значок. У меня есть тематический значок Marvel. И основной файл можно спрятать куда-то в папку. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока.